С Днем семьи, любви и верности пациентов дома-интерната для пожилых людей и инвалидов поздравили сотрудники министерств и ведомств. Уполномоченная по правам семьи, материнства и детства Марина Ежова отметила, как важно ценить и уважать близких и родных людей. Очень важно и очень нужно сосредоточить свое внимание не только на детях, но прежде всего на вас, на взрослых, на нашей мудрости, на нашей совести, на том, кто является хранителем самых главных и важных вещей в нашей жизни. Я очень хочу пожелать всем вам крепкого здоровья, прежде всего, оптимизма. Символом нерушимости семейных уз в этот день стали две пожилые пары, проживающие в доме-интернате, которые в этом году справляют золотой и серебряный юбилей своих свадеб. Мы празднуем две свадьбы, две пары, которые проживают у нас, празднуют свои. Одна пара празднует золотую свадьбу, другая пара празднует серебряную свадьбу. Вот мы сегодня все собрались, празднуем все вместе, поздравляем их, желаем им дальнейшей любви, взаимопонимания, чтобы они и дальше друг друга поддерживали.